Всем привет! Я размораживаю мясо. Сейчас это козлятина. Решила разморозить, значит, в теплой воде. Сейчас буду готовить. Готовить я буду картошку с мясом. Я хотела показать, сколько у меня осталось тыквы. Вот, и в общем, и вот у меня сгорел чайник. И я достала, значит, морковку из погреба. Вот эта морковка, так, это тряпка. Вот эта морковка, это у нас не в песке, которая лишняя была. И вот так вот она просто на полу. И она вот немножко начала пропадать. Я ее мою и режу этим козочкам. Вот. И у меня сгорел вот чайник. Мне пришлось покупать новый. Вот я купила новый чайник, так как у меня старый сгорел. Вот. Вот я режу мясо, готовлю кушать, готовлю в казане. Вот, я буду готовить блюдо, которое называется кавардак. Это мясо с картошкой. Почему он называется кавардак, я даже не знаю. Вот такое вот у нас жирное мясо, но оно вкусное. Вот это свое домашнее мясо. Вот так вот я режу и буду жарить. Вот. Ну что, вот у меня жарится мясо. Я потерла морковочку, лук, томат. Ну, так у меня сейчас тушится. Вот. Вот так он кипит. Ну, мясо с картошкой. Полчаса поварится, и я выключу. Ну, вот такой ужин у меня получился. Вот такая картошечка. Вкусненькая. С мясом. Жиренькая, вкусненькая. Вот. Приятного мне аппетита. Я хочу показать, сколько осталось от ужина. Почти все съели. Вот. Мы, значит, вечером сходили в магазин. Я не успеваю снимать. В общем, все раскладываю. Пошла, коз покормила, покушала. И вот теперь только снимаю. И решила заснять, потому что пока не съели. Я купила 2 кефира. Купила 2 вот такие колбаски. Чаю. Вот. Купила холодец. Неплохой, мы уже брали. Мне понравилось. Вот. Купили, значит, купила я сосиски баварские. Это с ветчиной. Мы еще берем сыр. Ну, купила сыр. Еще мы купили вот такие конфетки. Вкусные. Я попила уже с чаем их. Вот. И купила вот такие вафельки. Вот. Мне они очень нравятся. Я так вафли не люблю, а вот такие вот мне они очень нравятся. Мы их часто покупаем. Вот такие вот у нас сегодня были покупочки.